Анонс 11 и 12 серий 5 сезона сериала «Шеф возвращения» в 11 серии. Расторгуев восстанавливается после ранения. Ряжский предстает перед судом. Его охраняют полицейские. Вельяминов предлагает Расторгуеву вести в операцию против акробата Тихомирова, которого обвиняют в трех убийствах. Защищать Тихомирова снова будет адвокат Павлов. Тихомиров вынужден согласиться. Шульгин пытается выйти на полковника Вельяминова, но узнает, что уволен из ФСБ. Тогда он просится на работу к Митрофанову, недавно купившему банк региональный. На Ряжского совершается покушение. В 12 серии Расторгуев предлагает должность начальника управления розыска в Питере. Не сразу, но он принимает это предложение. Акробат отправляет своего адвоката на встречу с киллером и заказывает ему Тихомирова, обещая за эту услугу списать весь долг. Киллер, работающий на пару с женой, решает искать Тихомирова через Павлова. Некрасова и Расторгуеву удается взять с поличным начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Филиппова, возглавляющего коррупционную схему. Под прикрытием благотворительного фонда Расторгуев предлагает Филиппову свободу в обмен на увольнение из органов и передачу фонда под руководство Константина Локтева. Посмотреть очередные серии вы сможете 21 сентября.